проводим комиссарский интенсив для наших бойцов, для наших командиров-комиссаров, которые выезжают на объекты Восточного полигона. Рассматриваем потенциал комиссара, командира, как лидеров, как людей, готовых вести за собой бойцов, их навыки, мастерство. Хотели бы научить работе в команде, работе в сложных стрессовых ситуациях. Наши бойцы в количестве 8 человек, мы сделали то, что не могли сделать за 2 года. Мы, получается, 3 станции уже построили за такой короткий промежуток, и это наша гордость считается.